Мой сегодняшний ужин это рыба. Ну, как видите, горошек, морковка, это грибы. Оливки это в моем рационе каждый день. Они очень полезны. Если, ну, загуглите, почитайте, узнайте. Вот. Также вот этот перец зеленый, видите, да, он такой перченый очень. Ну, в общем, тоже полезно иногда есть, особенно сейчас. А это снова авокадо, потому что авокадо это лайм. И авокадо с чесноком. Авокадо я ем каждый день, так же, как и оливки. Поэтому сегодня мой ужин будет более насыщенный, чем вчера, который я показывала на видео тоже. Так что сейчас приятного мне аппетита. Советую всем полезно питаться. Ну, это как-то выглядит как раздельное питание, да? Но я, в общем-то, так всегда питаюсь. Ну, за редкими исключениями. Всем здоровья, счастья. Берегите себя и своих близких.